На Гродзенщине уже засеяно около 87 тысяч гектаров яровых зерневых, что складает 58% от запланованного. Ранняя весна и сприяльное надворье задали добрый темп посевной кампании у регионе. Одним из первых вывели технику на свои палетки аграры СВК «Солы» с Маргунского района. До слова, тут уже завершили сев ранних яровых. Ирина Юшкевич, подробязни. 12 годин с перепынком на обед. Такий режим працы подчас черговой посевной для Владимира Янецкого привычный. Уже 12-й год запар его трактор справно працює на сяубе. И у эту весну, незважаючи на певні складанности, за перенасыщенности глебы вильгатью, механизатору удается не сбавлять темп и засевать у день по 40 гектаров палетков. Мой рабочий день составляет с 7:30 до 9 вечера. Один весновой день кормит весь год, поэтому стараемся, сеем, чтобы быстрее все сроки, чтобы уложиться. У солых сяўбу ранніх яровых уже завершили. На большем тысячи гектаров опрацаваных полей аграры теперь чекают усходов. Наступный этап весенней полевой кампании – посев бураков и кукурузы. До его приступят на тыдні. Крыху позднее настанет час больше теплолюбивых культур – проса и люцерны. Кроме того, у нас ведется подкормка озимых. Она уже завершена. Первая подкормка. Через два дня мы начнем вторую подкормку. Озимы перезимовали, в общем-то, неплохо. Гибели нету. Рапс тоже неплохо перезимовал. Мы надеемся на урожай и все для этого сделаем. Выбить с колеины наладженный процесс, кажуть аграры, под силу только капризному надворью. За выники посевной, якія залежать от працавитости, у СВК спокойная. Уся техника справная, ніводная одинка не простоивая на мехдвары, достатково палива и насеннем забеспечены. Теперь головное – активно працавать, для будущего урожаю. Работает чаймейшая техника. Это два 35-й и 30-й трактор, это белорусы, два джундира, 4 культиватора, 3 агрегата вносят органику, 3 МТЗ-82 работают на подсеве, на внесении удобрений, роса работает на подкормке. Ранняя весна и сприяльное надворье додают оптимизму, кажут мясцовые аграрии. Да и с усими складальниками поспяховой посевной проблем нема. Отповедно, база под добрый сёлетний урожай, упэўнена кіраўніцтва смаргонской господарки, будет закладена у полном объеме.